Добрый вечер. Группа Кош-Бакош, Ахмат Бакаев, Дмитрий Сланский, Дмитрий Андрианов, специальный гость нашего концерта и very special guest нашего концерта Анна Королева. Мы очень рады, что выступаем впервые в этом месте. Вот, ну, приступим. We'll be right back.
барабанах Дмитрий Славский, Анна Королева, от Атлантова. Дмитрий Андрианов. Следующая композиция называется «Холмы». Thank you.
Кстати, эту композицию исполняет Иван Смирнов на своем диске, на одном из своих дисков, да, правильно? Потому что Ахмат композитор, который пишет музыку к фильмам, и эту музыку популяризировал в свое время Иван Смирнов. Все хиты, которые он играет на своих альбомах, написал Ахмат. То, что вы слышали, да. Следующая композиция. Вальс. Где он звучит, Ахмат? Пока нигде. Вот. Да, так что это... Кстати, я приветствую всех, кто смотрит нас онлайн-трансляции. Здравствуйте, товарищи! Не уходите, пожалуйста. И приходите сюда вживую слушать. Фортепиано поехал в строй. Нет? Или у меня глюки?
Дорогие друзья, следующая композиция называется «Левитация». Thank you.
левитация. Ахмат Бакаев. Анна Королева. Дмитрий Андрианов. Дмитрий Сланский. И рыбалов за. 3D. Так, кто смотрит трансляцию, хорош смотреть, приезжайте. Здесь рядом. Сейчас мы исполним композицию, да, которую мы редко играем. Да. Как говорит Гарик Сукачев, это вам не лезгинка. Вот, шотландские этюды. Thank you.
Шампанские этюды, Ахмат Бакаев. Ахмат, когда ты написал это произведение, скажи мне? Будучи студентом, я так говорю, да? Когда был в Шотландии. Когда был в Шотландии, носил килт. Я вызываю Анну Королеву на сцену. Наша королева. Королева нашего вечера.
Эта вещь называется «Инсайт». Ахмат Бакаев, композитор. Да, наш покорный слуга на басу Дмитрий Рыбалов. Анна Королева. Дмитрий Андрианов. Дмитрий Славский. Группа «Кош по кош». Следующая композиция, которая звучит, называется «Алушта», ну или «Анапа», я не знаю. От «Анапы» до «Алушты» мост скоро будет построен, господа. Будем ездить на электричке. Ну, в данном случае это называется «Алушта». Thank you.
Дмитрий Атрианов, Анна Королева, Ахмат Бакаев. Знаете, следующая композиция называется «Вечный шах». И как наши грузинские коллеги назвали эту вещь «Вечный хаш». У Анны Королевой «Вечный кайф». Вариант. Почему нет? Там пишите в чате уже хотя бы, ну, сидите на диване, диванные комментаторы, пожалуйста. Мы не видим ваших комментариев. Кстати, нужно здесь сделать строку бегущую, чтобы мы видели комментарии сидящих на диване у себя дома. Ваша группа потрясающая. О! Кто этот человек? Покажите мне его. Вы должны подписаться на нас тогда ВКонтакте. У нас там всего три члена в группе. Там Дмитрий Андрианов, я и Ахмат Бакаев. Вы будете четвертым членом. А я? Андрей Блинов еще пятый. Да. А Славского ВКонтакте? Дискриминация! Так, звучит композиция «Вечный шах».
сердечный хаш. Сейчас прозвучит композиция Дмитрия Рыбалова. Совместно написано, да, с Сахманом. Называется «Игра вслепую». Слушай, дай мне соль машучек. Thank you.
Сейчас прозвучит композиция под названием «Эпитафия». Вы знаете, история этой композиции, вообще написана композиция о собаке по кличке Алмаз. Эта собака была любимицей завода «Алмаз Антей». Вот. И, собственно, они пили эту композицию. Thank you.
полотно. Анна Королева, можно вас попросить сыграть с нами? Thank you.
там, если будут падать с седьмого этажа, они так и упадут. Кто там? Ну, композиция называется «Троянский конь», соответственно. Да. Спасибо! Сейчас звучит композиция «Flying Man». Дельтаплан. Слав, включи. Я думаю, что мы с Ахматом заодно и с ребятами. Я думаю, что надо отдельно поблагодарить основного популяризатора, так сказать, прекрасной музыки Ахмата Бакаева, человек, который, так сказать, безусловно любит и трудится над продвижением этой прекрасной музыки. Это Дмитрий Рыбалов. Я думаю, что это достойно особых аплодисментов. Да? Поэтому он и волнуется, может быть, даже больше всего. Простите. Молодец! Так, у меня же появились фанаты. Ма! Да! Есть! Thank you.
Анна Королева и группа «Кош по кош». Дорогие друзья, кто не подписался на нашу страницу, пожалуйста, подписывайтесь, ждите новых концертов, мы начинаем сезон. Спасибо большое. Дмитрий Андрианов, гитара. Анна Королева, саксофон, вокал. Композитор Ахмат Бакаев. Я хотел сказать, пианист и композитор. Дмитрий Сланский, барабан. Дмитрий Рыбалов, бас. Спасибо большое всем, кто смотрел и кто пришел. Еще! Мы можем бис сыграть вам, да? Все, надо, да? Свет горит! Сыграть нас вообще. Втроем. Ну, там можно, кстати, можно вклиниться. С вами очень хорошо! Давай, давай! Так. Да. У человека рекламируют палки, и палки потерял, смотрите. Надо написать на эту фирму. О, нашел. Правильно. В ля миноре, который. Вы прекрасные! Thank you.
Я приглашаю на сцену всех участников нашего концерта. В принципе, можно всех зрителей пригласить. Спасибо. Давайте обниматься. Заблокировал. Музыкальный инструмент. Друзья, Ахмад Бакаев, автор музыки. Дмитрий Любалов, чуть-чуть.